Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, давненько не снимал, много дел. Итак, мне уже давно, наверное, пару недель, вот, есть возможность создать мамматерия. Так, давайте прочитаем. Так, рог этого существа кайнозойской эры расположен ниже, чем у эласматерии, что позволяет ему смотреть вперед, ага, типа не закрывает глаза, да, когда он несется на своего противника. Маматерии трутся своими рогами, чтобы сохранить их остроту и показать свою симпатию. Ну да, но с другой стороны, чем ниже рог, тем слабее удар, как бы, чем ближе к носу, там и череп слабее, и рычаг длиннее, в общем, там сложнее, можно так и шею свернуть и череп сломать. Так что сомнительное приобретение эволюции. Хоть и не полноценная эволюция, а с помощью генной инженерии. Но выглядит классно. Вот мне нравится, как они сделали шерсть. Такая классная шерстка. Вообще шикарный такой матерый бычара какой-то. Да, ну вот эти клыки, конечно, фигня какая-то. Такие микробивни. Короче, мой мамонтерий, который я рисовал еще на канале Линка Гейм, вот мне больше нравится. Мамонт с большим рогом было бы прикольнее, чем носорог с клыками бородавочника, правда ведь? Так, ну, вот такой вот у нас парень. Давайте глянем сейчас на мамонта. Ну, у мамонта 6, да, намного длиннее. Давайте посмотрим, что тут по ударам у мамонта было. Эррор, описание пропало. То есть усиляющий удар, да, ну там на сколько-то там процентов, пробитие щитов и замедление. Так что у нас у легендарного мамматерия? Вот этот такой же удар, снайперский двойной урон, замедляющий. Первый ход, щит 50% на один ход, минус 50% скорости на два хода. Иммунитет к кровотечению, это хорошо. И вот этот, да, классический удар кайнозойских. Без, собственно говоря, без урона, да, очищает себя, увеличивает скорость на 10% на два хода, щит 50% на один ход, лечение на 20%. Но сначала вот этот удар, потом вот этот, либо вот этот. Ну, короче, ну что, давайте будем что-то пробовать. Да, давайте его подраконим, подразним. Ну еще разок. Ну что-то он такой неповоротливый, так тяжело ему оторвать ноги от земли. Ну ладно. Так, 16 левел, у меня тут есть две битвы. Так что вот здесь будет попроще, послабее. Давайте будем смотреть. Так, 16 левел. Так, ну мамонта. Ух ты, блин, тут шерстистый у нас даже есть. Шерстистый у меня аж 20-го эпик. Так. Что у нас тут еще есть? Вот такой вот есть наш мамматерий. То есть кого... Ну, тут больше нам, в принципе, никто не понадобится. Что тут еще взять? Ну, чисто так. Но мы справимся, естественно. Троих завалим без проблем. Так, ну никаких подмен у них нет. Скорость небольшая, но у нас есть опережающий удар. Ну, выглядит классно он. Так, вот этот парень. Вот этот парень нас не проатакует. Давайте заберем у него скорость. И двойным уроном. Какая у нас 900, неплохо. Так. У него это был что, тоже опережающий удар? Нет, не опережающий. У него сквозь щит, потому как бы... Обнуление сняло щит... Да, блин, но... Усиление... О, пробили. Отлично.
Так, Гаргазавр. Этот парень тоже сквозь щиты пробивает, потому будем себя усиливать. Он тоже гаденыш себя усилил, но это его ему не поможет. У него скорость намного меньше, и обычным ударом добьем его. Так, Димитродон, ну как раз под двойной урон. Выносим. Ну, удар круто выглядит, и носорог нарисован шикарно. Он мне больше нравится, чем любой другой носорог в этой игре. Так, вот следующая наша башня, ударная приманочка. Вот такое, пойдем компашкой. Ну, посмотрим. Этих ребят тоже, по идее, мы должны пробить одним маматерием. Так, раптор. Двойной урон. Сразу же нам прилетает, да? Но нужно защититься от него. Ну, довольно такой универсальный набор у нашего носорога. А броня? Броня 20%, вот смотрите, вообще. Ну, мы его за один удар пробиваем, поэтому лучше тут себя усилить. И его пробить. Так, ну довольно больно, да, что-то раптор по нам попал все-таки. Этого пробьем за раз, надеюсь. Да, усиление есть. Хотя, правда, оно усиление и понижение, но о, нам хватило еще с запасом. Так, появился Апатич. Опять же, мы быстрее, чем он. У него тормозящее воздействие есть. Давайте попробуем себя ускорить, обезопасить от его замедления. Ну, я думаю, у нас все получилось. Так, что у него будет? Следующий удар будет... Ладно, давайте пробиваем двойной. А там разберемся, думаю, выживем. А, блин. Ну, это вот глюк. Глюк компьютерного соперника. Он не атакует своим самым сильным ударом. К сожалению. Ну, посмотрим. Если получится, я завтра еще допишу сюда видео, если появится какой-то турнирчик, чтобы нам было посложнее, то как-то уж совсем все легко. Ну, это хорошо. Значит, Маматери неплох. Ух ты, прикольно, слышали? Это что, типа, Апатич тут мычал? Видите, его голова была прям как анаконда лежала.